Напитай себя самого, свою семью и весь мир Дом Хлеба. Мы будем говорить о служении, и мы весь этот год посвящаем тому, чтобы говорить о служении. Если ты не в служении, если ты еще ни в каком служении не определился, тебе будет сложно даже понять то, о чем я буду сегодня говорить. Мы будем говорить сегодня к людям служащим, к служителям, к человеку, который нашел свое место в теле и который служит на каком-то уровне. Мы понимаем, что служение, то есть призвание, которое Бог дает человеку, это дело чрезвычайно серьезное. Мы читаем в книге, где Христос приводит притчу, что Он позвал к себе рабов и дал им таланты. Дал им таланты, у нас самих ничего нет. Не ковыряйся в себе, не ищи в себе какой-то особой способности. У нас самих ничего нет, чтобы мы могли пустить в оборот и возвратить Богу Божье. Если Бог за что-то и будет спрашивать нас, так это за таланты, которые Он нам дал. Они называются в этой притче Божьими. Сами рабы, они их не имели. И поскольку мы сами в себе не имеем Божьих даров, мы ничего не можем сделать в Божьем Царстве от себя. Здесь не помогает ни наше образование, ни наш возраст, ни наш опыт жизненный. Здесь, если что-то и может принести Богу плод, то что Он дал нам. Он дал нам дары. Потому так и написано, так Христос и сказал, чтобы когда я возвращусь. Вот у меня есть сейчас такое чувство, что эта притча будет почти что основным местом, на основании которого Господь будет судить всех нас. Он сказал, я не пришел в мир судить, но я приду, и слово мое, оно будет судить вас. И Он сказал в слове конкретно, чтобы когда я возвращусь. Чтобы вы могли отдать мне мое обратно. Что мы собираемся вернуть Богу, если бы Он пришел через неделю? Если бы дата Его возвращения, Его второго пришествия была через месяц? Или к концу этого 2009 года? Собери всю свою жизнь и подумай, чтобы ты мог возвратить Богу из того, что Он дал тебе. Потому что все, что Он дал, должно быть пущено в оборот. Должно действительно приносить плод Богу в жизни других людей, в среде которых ты живешь. И это чрезвычайно серьезно. Тот один раб, который получил талант от хозяина, и он пытался оправдаться тем, что он его сохранил. Как много сегодня людей и церквей, и деноминаций все свои силы бросили на то, чтобы как можно лучше сохранить свои понятия, как можно лучше сохранить, завернув платок. И когда хозяин придет, мы думаем, что нас наградят за то, что мы сохранили свои понятия. Если ты действительно веришь, что ты обладаешь истиной и божественным откровением истины, так его нельзя хранить. Его наоборот надо отдать. Этим наоборот надо благословить других людей. В чем же смысл того, что ты хранишь истину, когда другие люди умирают? И хозяин сказал, заберите его у него, избейте этого раба передо мною. За что? За то, что я сохранил? Да, за то, что ты сохранил. Вместо того, чтобы пустить в оборот и благословить других людей. И я просто верю, что сегодня Бог хочет снова и снова беспокоить наши сердца вопросом нашего личного служения. И я буду сегодня говорить о том, насколько важно не только свое служение совершить, как апостол Павел сказал, что я совершил течение, и как важно не просто совершить дело, как Христос сказал, которое ты, Отец, поручил мне исполнить, но как же важно это дело также передать другим людям, чтобы на тебе это дело не остановилось, потому что это дело вечного Бога. И наша задача состоит в том, чтобы действительно привлекать других людей в служение. Итак, что важно понять? Когда-то я немножко вскользь касался, что помазание, которое Бог дает людям,
Вот, допустим, раньше это сопровождалось действительно физическим появлением пророка, который держал в руке свой елей, ойл или масло, и выливал, помазывая человека. И я говорил, что пророки и Бог всегда помазывают человека на определенную миссию. Такого не бывает, что в общем помазал. Вот человека в общем помазал Давида и не оговорил, не сказал конкретно, на что Бог помазал Давида. Давид и до того был достаточно успешным и благословенным. Но когда пришел пророк в дом Иессея, отца Давидова, Самуил, и он оговаривал, потому что Бог так и говорил, «помажь его на царя». И я верю, что если Бог дает помазание кому-то, Он действительно открывает человеку дело служения. Так не бывает, что человек такой помазанный, весь в помазании, но сам не знает, чем он должен заниматься. Значит, помазание – это то, что сопровождает жизнь человека. Это можно назвать другим словом «содействие». Помазание – это содействие. Бог просто благословляет твою жизнь, когда ты понимаешь волю Божью и послушаешься Богу, повинуешься Богу, тогда Бог тебе содействует. Тогда Он помазывает твою жизнь устройством. Что бы ты ни делал и за что бы ты ни брался, если это в контексте Божьей воли, и это дело богоугодное, твоя жизнь будет помазана Господом, то есть Бог будет тебе очевидно и явно содействовать. Потому я верю, что Бог так сделал, что Бог не может помазать, допустим, двух царей над государством Израиль. Почему? Потому что Израиль сразу разделится. Так не бывает, чтобы в государстве было два президента. Идут выборы, и страна понимает, что если будет два президента, это будет civil war, по-русски как это, гражданская война. Общество разделится. Потому большинством голосов избирается один кандидат. Кандидатов может быть много, но президент должен быть один. Кандидатов в цари может быть много, но царь должен быть один. Таким образом, Бог всегда помазывает человека на его служение. И в этом смысле человек незаменим. В этом смысле Бог именно Давиду содействует. Перед этим Бог содействовал Саулу, потому что Бог его избрал. Когда Саул не оправдал Божьего доверия, пришел пророк и сказал, «Господь отторг царство твое от тебя и отдал его ближнему твоему, который лучше тебя, то есть Давиду». И когда Самуил пришел к Давиду, и вылил на него рог с елеем, Библия нам говорит, что с того самого дня Дух Божий почивал на Давиде. С того самого дня, то есть вот этот физический очевидный факт излияния елея на голову юноши по имени Давид сопроводился реальным сошествием Святого Духа, который помазал Давида именно на царство. Именно на царство. То есть Бог в тот самый момент снабдил Давида всеми нужными ему данными для осуществления своей миссии – быть царем Израиля. Так это не все. Что произошло с Саулом? Сразу ниже написано, а от Саула Дух Божий отступил. Так не могло быть, что Дух Божий и на Сауле присутствует, содействует ему и помогает в созидании царства, и на Давиде одновременно. Если только такое происходит, сразу общество разделяется, потому что эти цари между собой становятся конкурентами. В первом послании Коринфянам, в 12 главе, апостол Павел написал две очень важные мысли. Он написал так, что Дух Божий разделяет каждому особо, как ему угодно. Когда Дух Божий дает дары, Он разделяет дары. Он разделяет дары, и каждый отдельный человек получает отдельный дар в теле. И это Бог делает для того, чтобы не было разделения в теле, чтобы каждый знал свою уникальность и свою незаменимость,
что он заполняет только определенное место в теле, и он в этом смысле незаменимый человек. Он единственный человек, и он, находясь на своем месте, как орган, допустим, сердце. Сердце не конкурирует больше ни с какими органами в теле. Оно одно. Потому, чтобы не было разделения в теле, Бог дает каждому дары, разделяя дары. Разделяя каждому человеку. И в этом смысле каждый как орган в большом теле церкви. Потому разделения быть не может, потому что мы все начинаем нуждаться один в другом, потому что мы незаменимы. И я хочу сейчас просто, друзья, показать, что миссия каждого лидера – это не только самому совершить служение, вверенное Богом, но поднять преемника, то есть человека, которому нужно передать служение. Почему это очень важно, то, о чем я сейчас заговорил? А потому что часто эту ошибку допускали и допускают в церквях, и в бизнесах, и везде. Человек настолько увлечен своим служением, человек настолько становится востребованным и успешным, когда Бог его благословляет, что он не замечает, как жизнь его проходит, и ему не удается поднять возле себя другого служителя, другого лидера, которому бы можно передать это важное дело. А некоторые даже и не хотят этого делать, потому что каждый раз, поднимая возле себя серьезного ученика, нам угрожает то, что в один день, вдруг, этот ученик станет как учитель его. Сейчас я незаменимый, сейчас я единственный, сейчас я самый востребованный. Если я подниму возле себя учеников, которые действительно усовершенствовавшись станут, как я, так получится, что я теперь не один, а нас четверо, нас пятеро, нас пятьдесят. И потому некоторые люди не понимают того, что только человек, который понимает, что ему вверено большое дело, и он будет заинтересован, чтобы это дело жило после него, человек, который понимает, что это дело Божие, он обязательно будет поднимать людей возле себя и разделять теперь им эти служения и благословлять их самостоятельно развиваться. Я хочу на этом остановиться, потому что наша церковь, Дом Хлеба, находится тоже в определенном периоде, в определенном этапе. Когда люди поднимаются, когда люди учатся, когда с людьми, со служителями мы проводим достаточно много времени и на лидерских, и на личных встречах, и на домашних группах, и всякие семинары проводим. И я знаю, и я верю, что обязательно наступает тот важный момент, когда служение надо передать, или, как апостол Павел говорит, верить. У Моисея был помощник Иисус Навин. У пророка Илии был помощник Елисей. У Иисуса Христа были ученики. И одно дело, когда Моисей лидирует, и когда Иисус Навин ему помогает в служении. Но Бог говорит с Моисеем, но Бог работает через Моисея. Иисус Навин просто ему служит. Служитель, написано, Иисус Навин был. Одно дело, когда Илия, пророк и Дух Божий на Илии, и Илия разговаривает с Богом, а Елисей, Библия говорит, служил ему. Одно дело, когда Иисус Христос является выражением воли Божьей, и ученики тоже служат вместе с Ним. И бесов изгоняют, и больных исцеляют, и учили вместе с Ним. Но все равно они понимали, что они ученики. И они апостолами не назывались. И учителями не назывались. Пока Иисус не передал им служение. Вот о чем я говорю, что есть совершенно другой статус, совершенно другой уровень ответственности, когда человек принимает служение и продолжает свое служение, приняв его от своего учителя. И мне бы хотелось, вот я чувствую, что это важно, поговорить на эту тему. Итак, все эти важные личности, которых я назвал, и Моисей, и Илия, и Христос, наряду со своей великой задачей, которая перед ними стояла, понимали важность передачи этого служения своим ученикам.
Ученик возле учителя – это показатель величия учителя. Если учитель не поднимает возле себя последователей и учеников, я сомневаюсь, что этот учитель занимается серьезным делом. Всегда мы знаем, когда вставали серьезные люди, которые делали большие научные открытия в области медицины, в области физики, химии, в области математики, они всегда имели учеников. Почему? Потому что знания, которыми обладали эти люди, они понимали, что эти знания нужны всему человечеству. Эти знания надо передать людям, потому что они чувствовали, что жизнь их уходит. И благодатью Божией им получалось обрести эти знания, сделать эти важные открытия, потому они открывали школы. Школы. Они брали этих учеников с собой в операционные студии, где они при них делали операции. И показывали, и учили. У Страдивари была школа, он учил, как делать музыкальные инструменты. У Майкеланджело была школа, он учил, как расписывать фрески в храмах. У всех серьезных людей были школы, потому что они понимали, что служение или дело, которое они имеют, чрезвычайно важно, и оно благословит все человечество. И что я заметил очень интересное в Библии? Я заметил, что служение передавалось другим людям, своим ученикам. Меня это удивило. Передавалось служение, миссия продолжать дело своего учителя. Эта миссия передавалась в зените славы, то есть в пике славы учителя. Учитель не ждал, пока он одряхлеет, ослепнет, когда речь его уже не связана, когда надо передать что-то другому своему преемнику, а он уже не способен на это. А более того, многие монархи, будучи гордецами, они умирали, даже не передавая своего положения, своей позиции своим преемникам. Возле их гроба просто начинались войны, междоусобицы, драки. Даже история повествует, что забывали похоронить этого монарха, этого императора, как начиналась драка за власть. И сегодня неприятно и обидно и стыдно признавать перед всем миром то, что в христианстве есть тоже этот порог, что иногда человек, который возглавляет церковь или союз церквей, объединение, он не способен передать служение. Когда уже сам в таком возрасте, он не способен передать служение. Что я заметил в Писании? Самые великие личности передавали свое служение не на смертном одре. Они передавали служение тогда, когда Бог реально через них действовал. Когда он мог ученику показать, как надо служить людям, как надо молиться за больных. Когда он имел еще время и силу действительно на практике научить ученика, как это делается. И вот посмотрите, допустим, Моисей. В каком возрасте Моисей уходил, покидая землю? Казалось бы, Моисею еще служить и служить. Но Моисей должен был передать свое служение Иисусу Навину. В книге Второзакония, последней главе, то есть 34 главе книги Второзакония, написано так в 7 стихе. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Бог сказал Моисею: поднимись на гору Нево и приложись к отцам своим, к народу моему. Человек имел столько силы, без посторонней помощи, подняться на огромную гору. Бог показал ему, он не в бинокль смотрел, и не в подзорную трубу. У него зрение было 100%. Бог показал ему все земли, обещанные еще Аврааму. Бог говорил с ним, он слышал Бога и понимал, казалось бы, этому человеку только продолжать и продолжать служение. Он как раз в пике, в апогее своего успеха и своей великой славы.
крепость силы не истощилась. Он еще может брать меч и идти завоевывать эти земли. Но Бог говорит ему: передай свое служение своему преемнику, Иисусу Навину. И я чувствую, друзья, что мы где-то вот здесь буксуем. Буксуем в том смысле, что мы еще так крепки, мы еще так успешны, что мы не готовы брать других людей, менее способных, чем мы, чтобы полностью верить им определенное служение. Мы как бы держимся, потому что у нас получается. Мы столько сил положили, чтобы это служение у нас получилось. Посмотрите на Илью. Илья идет в город Галгал. Илья идет за Иордан. В Илье полно силы. Илья в пике славы, который только Бог мог дать человеку на земле. Илья перед этим убил собственноручно 400 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных. Потому что Дубравные стали бежать, когда тот стал убивать пророков Ваала. И Илья сказал: схватите их. И уже весь Израиль помогал ему добивать пророков Дубравных. И еще около 400 Дубравных пророков он убивал. Он действительно вернул Бога Израилю. Огонь сошел. Илья имел столько силы после этой разборки на Кармеле. Дух Божий сошел на Илью, и Библия говорит, он бежал перед колесницей Ахава. Бежал, это надо же бежать, опережая лошадей, лучших лошадей в государстве, на которых ездил президент или царь Израиля. Столько силы физической имел Илья. И в зените своей славы Бог его забирает. Ему бы еще служить да служить, но Бог хочет, чтобы он не тогда, когда одряхлеет, не тогда, когда ослепнет, а тогда, когда Бог с ним, когда Дух Божий на нем, чтобы он мог передать свое служение своему преемнику Елисею. Посмотрите на Христа. Я давно, много лет, еще с отроческих лет своих, не понимал Христа и не понимал этой мысли и этой стратегии, не понимал, сознаюсь вам откровенно. Почему Христос должен был уйти в 33 года из жизни? Он столько бы мог совершить. Но он уходит в самые лучшие, в золотые годы своей жизни. И что интересно, что на Фаворе они встретились все трое. Моисей – представитель Ветхого Завета, Илия – представитель пророческого мира, и Христос – Божий Сын. И знаете, о чем они говорили в присутствии учеников? Они говорили об исходе Христа. Об исходе, как он будет уходить. Это было темой их беседы, темой их разговора. И что удивительно, ученики не понимали всякий раз, как Христос только начинал говорить о своей смерти. Почти везде, во всех четырех Евангелиях, сопровождается одна и та же мысль. Они не поняли его. Все как раз так получалось. Вся слава так сопровождала его. Имя его росло с каждым днем. Успех его рос с каждым днем. Он уже въезжал в Иерусалим как хозяин. И всякий раз, когда он с ними говорил о смерти, они совершенно отказывались слышать эти слова. Но я сейчас озадачен другим вопросом. Если так это систематически повторяется, если такая закономерность присутствует, что они передавали свое служение в самом зените своего успеха и своей славы, значит, в этом что-то есть. Значит, в этом что-то кроется. Передавали менее способным людям. Казалось бы, они сами могли бы еще столько сделать. Но они это делали, передавали. И я хочу, друзья, верю просто, что это благословит нашу церковь. Потому что как бы нам выгодно часто обращаться к руководителю или к лидеру или к пастору за важными ключевыми вопросами. Потому что в таком случае мы не берем на себя ответственности. Человеку не надо лично искать Бога и рисковать в каких-то своих действиях, потому что если что-то не получится в его служении или в его каком-то стратегическом шаге, естественно, с него будет спрос. Потому значительно проще просто быть исполнителем. Просто, простите за слово, быть на побегушках. Пойди туда, принеси это, сделай это.
раздайте листовки, соберите пожертвования. И все как бы руководится одним человеком. А Христос усматривает, что приходит время уполномочить других людей, то есть на самом деле просто их оставить. Просто оставить. И они остаются без учителя. И что интересно, они все остаются без учителя. И Моисей их оставляет, и Илия оставляет, и Христос их оставляет. Очень интересно. И никто не знает захоронения Моисея, потому что он был весьма велик, и Бог скрыл могилу его, чтобы Израиль вообще не бегал за ним даже уже умершим, чтобы они могли и свой взгляд остановить на новом лидере, которого Бог поставил. Понимаете, не может все заключаться в одном человеке. Бог заинтересован доказать, что Он берет обыкновенных людей. Да, Он будет трудиться над Навином. Да, не было после Моисея такого великого, как он, Библия говорит. Но Бог доказывает, что я могу поднимать новых служителей. И моя мечта, братья мои дорогие сестры, чтобы поднимались служители. Чтобы так не было, что все сосредоточено на одной личности или на двух-трех важных личностях. Но чтобы это происходило, служение надо передавать. Что здесь важно еще понять? То, что я сказал. Если лидер останавливает внимание на себе, то он, конечно, не хочет поднимать людей возле себя, потому что они создают ему конкуренцию. Но если руководитель или лидер видит, что его служение должно пойти дальше, за пределы его возможностей, он наоборот заинтересован поднимать людей, которые были бы более успешны, чем он. Нормальный, здоровый, здравомыслящий отец, он только радуется, если у его сына получается больше развить бизнес или служение. Он радуется, если у его внука еще больше получается. У японцев есть такая поговорка. Если хочешь, чтобы твой внук стал миллионером, начинай бизнес. Эти люди не привыкли за один день делать фокусы и чудеса, как русские олигархи. За одну ночь стать миллионером. Они понимают закономерность. Это люди, которые начинают самое обыкновенное дело. Он привлекает своих сыновей, своих детей к этому делу, учит их, передает им это дело. И таким образом дети передают своим детям, и это уже такой их семейный бизнес, который разрастается. И действительно, может быть, внук будет миллионером. И потому Христос даже, Он привлекал людей не столько к себе, как к своей миссии. Миссия же его состояла привести людей к Отцу. У него было дело, у него была миссия. Библия называет его вождем спасения. Вождь – это человек, который ведет, там так и написано, приводящий многих сынов в славу. Христос, услышьте, что я сейчас скажу, Христос – не конечная инстанция. Он не сказал «придите ко мне» и сел на престоле. Ну, Христос наоборот сказал «никто не приходит к Отцу, как только через меня. Я дверь овцам. Кто мною войдет и выйдет, тот пажить найдет». Вот что делал Христос. Он был посланником. Что значит «мессия»? Посланник. Посланник или посол – это человек, которому вверяют послание. Это человек с миссией, это человек с посланием, да? Услышьте это, служители. Христос пришел выполнить очень важную миссию. Какую? Передать людям послание. Передать это послание своим последователям. Его успех Христа измерялся его способностью передать это послание. Потому он и переживал, потому он и заботился, поняли ли хотя бы его ученики его послание. Смогут ли они по его отшествию продолжить его миссию? Пойдут ли они по всему миру с этим посланием?
Потому помимо того, что он исцелял людей и проповедовал сам, он постоянно много времени проводил с учениками. И в своей первосвященнической молитве он молится и говорит ученикам своим: «Как послал меня живой Отец, так и я посылаю вас». Это значит, что мое послание, которое верил мне Отец, я передаю вам, я посылаю вас. Вот давайте посмотрим Евангелие Иоанна, 5 главу. Это же очень важно понять. Евангелие Иоанна, 5 глава, 28 стих. «Итак сказали ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Почему это важно? Потому что Он сказал: принимающий меня, принимает пославшего меня. Что ты имеешь в виду, Иисус? Я имею в виду, что если вы верите, что в моих устах послание Божье, что я есть Мессия, то есть посланник, тогда вы веруете в Бога. В чем смысл, они говорят? Он говорит: чтобы вы веровали, что Отец послал меня. Если вы будете верить, что в моих устах Его Слово, Его послание, вы будете по-другому относиться к этому посланию. Если только человек что-то, даже маленькое, творит от себя, он останавливает внимание на себе. Особенно, если у него успех. Иисус постоянно вот это подчеркивал: я посланник, и я вас посылаю. Как послал меня Отец, так и вас посылаю. Принимающий меня принимает пославшего меня. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. И так он выполняет волю пославшего его Отца. И это же самое он со всех сил старается передать своим ученикам. Евангелие Иоанна, 17 глава. Очень важно. Читаем с 4 стиха. Он обращается к Отцу и говорит следующие слова. 17:4. «Я прославил Тебе на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Просто во имя Иисуса Христа я прошу вас, услышьте вот это откровение, которое Иисус произносит в своей первосвященнической молитве. Он говорит, что если мы и можем прославить Отца, то это в точности совершить то, что Он нам повелел сделать. Это не зависит от количества наших молитв, постов, пожертвований и всего-всего прочего, чем мы хотим похвалиться. Это зависит от способности услышать Его волю и ее выполнить. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода. Они принесли ему покушать, а он говорит: у меня пища другая. Творить волю пославшего меня Отца и совершить дело Его. Я вам дословно цитирую. Творить волю пославшего Отца и совершить дело Его. Представляете, как сложно вот эту истину сегодня донести нам, многим из нас, потому что это связано напрямую с откровением, которое Бог дает. Он говорит: моя пища – творить волю пославшего меня Отца и совершить Его дело. И здесь он повторяет ту же самую мысль. Я прославил Тебе на земле. Чем Ты докажешь, что Ты прославил? А я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у себя самого, славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». И он говорит: «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя». То есть я посредник, я посол. «Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им». Вот его миссия. Вот его дело. И он отчитывается, говорит: все слова, все послание, которое Ты вложил в меня, как в посланника, как в посла, я передал им, и они приняли, и уразумели истину, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. И 14 стих.
Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. И так он отчитывается перед Отцом, что основная его работа выполнена в отношении учеников. В чем состоит эта основная работа? Я передал им Слово Твое, и они уразумели, они поняли, что я, посланник, передал им Слово. А что дальше? О, дальше очень важно. А дальше, как послал Ты меня, живый Отец, так и я посылаю их. Идите и научите все народы. Что это значит? Это значит, что Он поднял учеников, оставил их, передав им миссию, ту, которую Он сделал, за которую отчитался, за которую прославлен сегодня. И Он передал эту миссию последователям своим, ученикам. И я верю, что теперь мы, каждый, принимая свое служение от Бога, несем ответственность не только его совершить, но его и передать. А это очень непросто. Это непросто, когда Авраам принимает от Бога обетование, и ему теперь надо своего сына Исаака сделать сонаследником того же обетования. То есть, когда Авраам уйдет, чтобы сын его Исаак продолжил его дело. Потому что Бог это дело вверил в руки Авраама и возложил на Авраама ответственность. Позаботиться лично, передал ли он это дело и силу этого обетования своим детям или не передал. Итак, что я сейчас пытаюсь сказать? Что мы, принимая от Бога служение, понимаем, что это дело Божие, и оно должно действительно расти и развиваться. Пусть оно перерастет нас. Пусть оно во много раз перерастет нас. Потому мы никогда не будем останавливать людей, которые именем Христа изгоняют бесов, только из-за того, что они не ходят с нами. Мы будем радоваться за всякую работу Божию. Пусть это делают другие люди, пусть они делают в 100 раз лучше, чем мы. У нас не может быть зависти и конкуренции, потому что мы в одном царстве. Потом Павел сказал, даже если притворно проповедуют Христа, я этому радуюсь, потому что это благовестие. И я верю, что Дух Божий, Дух Святой может употреблять нас начинать служение, может употреблять нас на какой-то отрезок времени, чтобы мы руководили служением. Но Бог заинтересован, чтобы мы поставляли людей, которые будут продолжать эти служения уже самостоятельно, приняв от Бога помазанье, полностью приняв на себя ответственность. В этом состоит зрелость церкви, зрелость служителя и зрелость каждого отдельного департамента. И что я понял, что Дух Божий всегда есть на руководителе. Но когда Бог хочет передать служение, то Дух Божий теперь переходит на того человека. Дух Божий, который направляет это служение. Это пропустить нельзя. Это нельзя просто пропустить. Допустим, вернемся к Моисею в ту же 34 главу книги Второзакония. В 9 стихе написано так. Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои. И повиновались ему сыны Израилевы и делали так, как повелел Господь Моисею. Перед этим описывается смерть Моисея, как его оплакали. Моисей ушел, и вдруг на Иисуса Навина сошел дух премудрости. В другом месте написано, что Бог говорит Моисею, «Я возьму от духа, который на тебе, и дам 70 старейшинам». Это значит, что как я говорил и действовал через тебя, теперь этот дух, который был на тебе, он переходит на Иисуса Навина. И как я был с тобою,
посредством Духа моего, который был на тебе, так теперь я буду с Иисусом Навином. Это очень важно, чтобы Дух Святой, когда человек принимает служение, действительно теперь начал направлять этого человека, потому что он принял служение на себя, он принял эстафету служения. Он продолжает теперь служение. Я обязательно должен остановиться на происшедшем с Илией пророком. Обязательно. Вторая глава книги Царств, четвертой книги Царств, будем читать, наверное, с 9 стиха. Давайте с 8 стиха. То есть этому предшествовало то, что Бог готовился взять Илию. Но Бог не хочет просто взять Илию. Послушайте, очень быстрое предисловие, чтобы вы знали бэкграунд, что предшествовало взятию Илии на небо. Илия нес очень важную миссию. Он был пророком в Израиле. И Бог на горе Харива, когда он разговаривал с Богом, Бог ему сказал: «Пойди, найди Елисея и помажь его в пророка вместо себя». Слышите, вместо себя. Помажь его вместо себя. То есть практически. Дух, который на тебе, дух пророческий, через который я действую, я совершаю это дело, он теперь должен перейти на Елисея, твоего преемника. Это вместо тебя. Дух тот же самый, но люди меняются. Потому что миссия Бога весьма велика на земле. Илия это сделал. По некоторым подсчетам богословов, Елисей ходил за Илией 8 или дальше больше лет. Трудно просчитать, я не брался это считать. Может, это неправильно. Но вопрос в другом, что Илия узнает, что Бог его заберет. Или Елисей идет за ним. Илия просит его остаться, потому что Бог посылает меня, и он называет несколько мест, куда посылает его Бог, но Елисей идет за ним. В итоге Илия говорит ему: останься здесь, Елисей. Бог посылает меня. Это посланник, он идет. Бог посылает. Бог посылает, и я иду. Верный ученик не оставляет учителя. Куда Бог посылает учителя, туда идет ученик. Елисей говорит: жив Господь Бог, не оставлю тебя. В итоге они приходят к Иордану. Последний раз Илия говорит ему: Елисей, останься здесь. Бог посылает меня через Иордан. Жив Господь Бог, не оставлю тебя. Взял Илия мелодь свою, свернул ее, ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Дух Илии, Дух Божий, который был на Илии, так правильно сказать, не Дух Илии как человека, но Дух Божий, который был на Илии, он был весьма силен. Та же мелодь, та же самая мелодь, которую Илия бросил на Елисея, когда тот орал в поле на валах. Елисей наблюдал за этим человеком. Он взял ту же мелодь свою, то есть хитон свой или плащ свой, свернул, ударил по воде, она расступилась. Многие люди сейчас, когда я немножко изучал мировые религии, они это относят к фантастике, они в это не верят. Это как мифология, знаете, в разных языческих религиях присутствует много мифов. И они считают, что это часть мифов просто библейских. Но мы-то люди верующие, мы же прекрасно понимаем, что это реальная сила, которая была на этих людях. Это были невероятные люди. Вода расступилась, и они перешли оба по суху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Если ты, другими словами, видишь меня пророком, то пусть тот дух, который на тебе от Бога пророческий, пусть он перейдет на меня. Я же твой преемник. И сказал он: трудного ты просишь.
Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Если увидишь, как я буду взят, то есть дух, другими словами, который на мне, он не сможет перейти, если я не буду взят. Если я буду взят, тогда Бог даст тебе, передаст этот дух, который на мне. Потому что это и называется передать тебе служение. Потому очень важно, чтобы ты видел, как я буду взят. Я понял пред Господом, что было очень важно для учеников видеть, как Иисус был взят. И облако скрыло его. И ангелы явились и сказали: вы видели его восходящим на небо? Видели. Идите в Иерусалим и ожидайте обещанного. Он обещал, что на вас сойдет Святой Дух. Дух, который был на Христе, он должен сойти на вас, потому что вы преемники. Вы принимаете ту же самую миссию, которую совершал Христос. Вернемся к Илии. Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его. И не видел его больше. И схватила надежды свои, разодрала их на две части, и поднял мелодь Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял мелодь Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: где Господь Бог Илии? Он самый. Кому он это сказал? Он сказал это Богу, он сказал это себе. Он сказал: если действительно Дух, который был на Илии, Бог, который ходил с Илией, если он действительно сдержал свое слово, и Дух, которого я просил у него, перешел на меня, то же самое, что он сейчас сделал, раздвинув Иордан на две стороны, смогу сделать я, потому что на мне тот же самый Дух. И он ударил по воде, и вода расступилась надвое. Туда и сюда. И перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали: опочил дух Илии на Елисея. И пошли навстречу ему и поклонились ему до земли. И сказали ему: вот есть у нас рабов твоих человек 50, люди сильные, пусть бы они пошли поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господень где-то поверх на одной из гор или на одной из долин. Он же сказал: не посылайте. Он знал, что Илии больше нет. Если бы Илия где-то остался, то дух Илии бы не перешел на Елисея. Он знал, что Илия вознесся. Как он это знал? Потому что дух, который был на Илии, перешел на него. И Иисус нас шокирует. Он говорит: если я не пойду, то Дух Святой не придет. Почему так категорично? Почему такой ультиматум? Оставайся ты, и пусть Дух Святой будет и на тебе, и на нас. Он говорит: нет, моя миссия закончилась. Для вас лучше, чтобы я ушел. Потому что если я уйду, Дух Святой придет. А что это значит? А это значит, что тот Дух, который сошел на меня на Иордане, Дух Господень, Дух ведения, крепости, премудрости, благочестия, Он теперь сойдет на вас. Я хочу просто об этом прочитать, потому что это на самом деле шокирующая новость в том, что Дух Святой не мог сойти на учеников, если бы с ними оставался их Учитель Христос. Таким образом, сошествие Духа Святого на Церковь – ничто иное, как передача служения, которое совершал Христос. Он так и сказал: когда сойдет на вас Дух Святой, вы будете мне свидетелями. 16 глава Евангелия Иоанна, с 5 стиха. Он говорит ученикам своим: теперь иду к пославшему меня.
И никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Может, ему хотелось, чтобы кто-то хоть поинтересовался, куда ты идешь, как это все будет теперь обстоять, что дальше, ты уйдешь, что теперь. Никто даже не спрашивает об этом. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнило сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, пришедший, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Я немножко это пропускаю. 12 стих. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Еще 14 глава, совсем немножко. 14 глава здесь же Иоанна, кажется, 24 стих. «Не любящий Меня не любит, не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца». Это сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. То есть Он напрямую связывает миссию Святого Духа, который продолжит говорить и учить всему, что говорил Христос. Он прямо говорит, что Дух возьмет от Моего. Он возьмет те же слова, которые Отец вкладывал в Мои уста, которые Я вам говорил. Понимали вы, не понимали. Дух Святой сделает две важных вещи. Первое, Он напомнит вам в доказательство того, что это тот же Дух, который говорит через Меня. Он напомнит вам все слова, которые Я говорил, потому что возьмет от Моего и возвестит вам. И второе, Он научит вас всему. Он будет вести вас. Потому Слово Божие говорит, что все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божии. Потому Писание говорит очень смело и категорически, и многие люди сегодня даже в страхе живут, читая такие тексты. А кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Писание говорит, что все мы запечатлены Духом Святым, что мы дети Божьи. Ибо если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас, то Он воскресит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, друзья, что мне бы хотелось сейчас перед молитвой сказать? Что миссия Церкви, как преемника, состоит в том, что теперь на нас передано, на нас, на тебя, на меня – передана миссия совершать дело Иисуса Христа. Передана миссия за города, за земли. Не президенты отвечают, церковь отвечает. Бог хочет через церковь сделать известной миру свою многоразличную благодать и премудрость. Это миссия наша. Мы можем ее не принять, мы можем отпасть. Пасть от этого жребия, как отпал Иуда, чтобы идти ему в свое место. Мы можем разменяться и продать Бога взамен на свои удовольствия. Это другое дело, это уже твое дело. Но миссия остается, и факт того, что Бог послал Духа Святого в сердца наши, не для того, чтобы мы только молились на иных языках, но для того, чтобы нам исполниться всею полнотою Божией, понимать язык Божий, понимать веления Божьи и действительно взять на себя ответственность. А почему? Допустим, я же взял ответственность. Почему так странно, когда мы говорим, что ты должен взять ответственность, полную ответственность за свое служение?
Я же взял ответственность, да? Страшно, страшно. Потому и молишься, потому и не спишь иногда ночью, потому и переживаешь, потому что ты взял ответственность, которую возложил Отец на тебя. Есть много людей, которые не хотят брать ответственность, которые говорят, мы будем делать, мы будем помогать. Вот именно, вот слово, мы будем помогать. Так это период ученичества. Все служили Илии, Моисею, Христу и помогали, и горницы накрывали, и устраивали. Все это хорошо было. Но есть другое. Когда есть время, когда Бог хочет, чтобы ты взял ответственность за служение и возглавил это служение, чтобы на тебя положить руки, и чтобы Дух Божий теперь посредством тебя устроял это служение. Я хочу молиться сейчас, просто взять время, помолиться, потому что я верю, что есть часть людей в нашей церкви, много людей в служениях, в разных. Я верю, что служения должны развиваться самостоятельно дальше. Я не ошибся в слове «самостоятельно». Я не ошибся в слове, чтобы не говорить людям, что и как делать. Есть общее направление, которое Бог нам дал, но есть понятие ответственности, когда человек говорит, я беру это служение, и я буду развивать это служение перед лицом Господним. Может быть, Бог тебя так благословит, что твое служение вырастет в 50 и в 100 раз больше моего служения. Так это радостно, это же славно. Допустим, Филипп, он был просто одним из диаконов первой церкви. У него было какое-то служение диаконское. Но когда он, повинуясь Господу, благословил этого евнуха эфиопского, этого чернокожего человека, и крестил его, и тот уехал в Эфиопию, есть определенные данные, что до 80% населения Эфиопии приняли Иисуса Христа через этого евнуха. Просто оно так не афишировано. Есть кое-какие документы, данные, как я сказал. Но интересен факт тот, что есть много людей, которые перевесли своих учителей, и Бог их просто благословил. Потому, друзья, стань сейчас перед Богом и посмотри в свое сердце. Может быть, ты созрел для того времени, и Бог так хочет, чтобы ты действительно входил в служение, брал на себя ответственность, полную ответственность, и развивал свое служение. Пусть Бог проговорит твое сердце, потому что в моем сердце я слышу это слово о передаче многих служений в церкви полностью в руки служителей, чтобы они продолжали это делать. Уважаемые друзья, я приветствую вас, рад всякой возможности общаться с вами. Хотя я сейчас не вижу вас, я просто смотрю в объектив, но я верю, что всем сердцем вы смотрите наши программы и поддерживаете наше служение. В это время мы особо нуждаемся, и потому особо обращаемся к вам и просим, пожалуйста, поддержите наше служение, чтобы мы смогли пройти этот сложный этап, в котором оказалась американская экономика. Нам просто нужно выжить. Поэтому я с верой в Бога прежде всего и с верой в то, что вы услышите мое сердце, обращаюсь к вам и прошу реально серьезной поддержки. Дело в том, что вы хорошо знакомы с продуктом, который производит наш телевизионный павильон. Поэтому мы никоим образом не желаем сужаться или останавливаться в нашей работе. Напротив, во имя Иисуса Христа мы верим, что мы сможем при вашей помощи, при вашей поддержке продолжать делать то, к чему мы призваны от начала. Я твердо верю, что Бог заронил эту идею, и Бог сопровождал нас все эти годы своей поддержкой и благословлял нас. Потому сегодня мы имеем сотни и сотни передач, тысячи и тысячи свидетельств того, что сделал Бог через наше телевизионное служение. Я конкретно, целенаправленно обращаюсь к вам и прошу вас, пожалуйста, поддержите наше служение финансово. Молитесь о нас.
мы обязаны пройти этот сложный этап в нашей жизни. Мы должны продолжить производить эти программы. Просто дайте какой-то обет перед Богом поддержать наше служение в течение года, вот какой-то определенной суммой средств. Я не хочу сегодня уделять много времени рассказывать о том, что мы делаем. Конкретно вы можете всегда зайти на наши сайты церкви, студии «Угол», прочитать об этом, узнать, увидеть, почитать отзывы, что делает Бог в судьбах людей посредством наших передач. Поэтому спасибо вам огромное за желание быть с нами, стоять вместе и, естественно, разделять награду, которую Бог определил нам за послушание.